Добрый день, 7. С вами Оверсир, он же Бэкдорыч, если кто-нибудь знает меня с портала blizzplanet.ru. И мы начинаем серию стримов по второй Диабле. Как я уже писал в анонсе, мы будем штурмовать лагерь, и я привел вам несколько вариантов того, кем мы это будем делать, на выбор. Значит, это некромант, волшебница, паладин, амазонка, варвар, друид и ассасинка, естественно. То есть практически любым классом, то есть любым классом Диабла. Ну, и в финал голосования в комментариях вышли друид-кастер и ассасинка через ловушки. Если у кого-нибудь есть идеи, кого конкретно из них мне надо сыграть, пожалуйста, напишите. С радостью буду это наблюдать. С радостью выберу именно того, кого хотите вы, потому что я могу всеми. Так. Реакция пока нету. Что, никому не интересно плевать на судьбу? Ассасинку, говорит Трост. Трост уже голосовал. Еще какие есть варианты? Так. Ну, раз остальные оказались менее активными, то боюсь, что придется качать именно ассасинку. Что ж, ассасинка с использованием ловушек. Это замечательный. Так, о, Петрович требует ассасинку, ну все. Друид, ассасинка. Так. Друид и ассасинка оба хорошие варианты. Они идут вровень. Ассасинку пишет мне еще. А как мы ее назовем? Если это будет ассасинка, ей надо придумать хорошую. Хорошее имя, наверное. Как можно назвать нашу ассасинку? Ну. Никак мы, наверное, не назовем. О, Барби. Отличный ник. Значит, я захожу на канал whatportal.ru, и все желающие могут с низкоуровневыми персонажами присоединяться к нашей игре. Желающим относится и известно на этом портале человек Петрович, он же Стрелок, он же просто Ваня. Звоним ему. Привет. Алло. Привет, привет. Привет, привет. Так, ну, я вижу, ты уже на канале. Да, а то, я всегда на канале. Так. Значит, я предлагаю начать, раз уж такие дела пошли. Сейчас настроим немножко все это дело. Я не буду играть с разницей в уровнях больше 10. Не-не-не, у меня 11 уровень. У меня поставь первый, у меня первый. Что, как сказать? Так. Это не первый матч в нашем сезоне, но мы с Кубиком уже играем, и у меня есть некромант. Но его, конечно, использовать не хочется. Версит, подожди, да я обрисую общую картину. Общую картину. Друзья, если вы нас сейчас смотрите, сегодня будет происходить следующее. Отец сия Диабло, товарищ Алексей. Ну не надо отец сия Диабло. Будет учить непутевого сына Петровича, как вообще правильно жить и играть в Диабло, друзья. Потому что Петрович такой нуб, что мама не горюй, самому уж страшно. Поэтому смотрим, моя ассасинка на первом уровне, конечно, сделает его сорку 11, но... Так, игра будет называться VP01, пароль будет 1101. Все желающие могут заходить. Надо уже заходить, да? Да. Сейчас. И, конечно же, сейчас включаем... Не то включаем. Картинку из самой игры. Боже мой, еще раз, как игра называлась? VP1101. О, что-то VP01, пароль 1101. VP01, пароль 1101. О-о-о-о. Так. Все очень непросто. Так. По-моему, у меня все зависит вообще. А, нет, грузится. Скажите, грузится. Я понимаю, что у картинки, я не предупредил, у картинки очень плохое разрешение.
Вот как у нее с FPS-ом? Лагает, да? Дропов нету, FPS пишет нормальный мне FMEE. Не знаю, что нашел на Justin. Наверное, много пользователей просто. А вот качество, к сожалению, больше уже не будет в ближайшее время. Привет, Петрович, прими мое приглашение. Значит, все, принял. Угу. Принял. Конечно, действительно сильно плохое. Так, мы договорились, что будем качать... Картинка сильно маленькая, разверни на весь экран. А картинка больше... Если картинка станет больше, конечно, станет хуже, если не ошибаюсь. Я не специалист настройки FMEE, но я стримлю именно в том разрешении, в котором он предложил мне по умолчанию для моего битрейта. Так вот, если мы будем синкать через ловушки, то качаться мы будем, конечно, через ловушки типа молний. В первую очередь Lightning Center и Death Center. И во вторую очередь это скиллы, которые будут помогать нам их кидать. Ну, также, конечно, много пассивок. А еще попутно Аверсир будет рассказывать, как правильно сделать сворку и вещички какие носить. А еще он нам расскажет сегодня, что такое рунные слова, друзья. Я маленький был, так и не понял. А, кажется, ну, они... если мы сидим сегодня, добудем хотя бы на одно рунное слово, то может даже что-нибудь объясним. Так вот, значит, к 30 уровню, ой, к 50 уровню потребуется иметь 40 скиллпоинтов, то есть 10 скиллпоинтов всего у меня будет свободно, ну плюс еще Акара и прочее, конечно же. Поэтому скиллами пока особо не раскидываемся, будем их качать позже. Так. Я тебя потерял. А я на улицу иду. Ты уже пошел? Я иду на улицу. А что ж ты меня бросил? Подожди меня. Как говорит один милейший человек, кучнее. Кучнее? В связи с тем, что карту я знаю лучше тебя, вести буду я. Ты не против ведь? Конечно нет, я только за. О, денежка. Денежка. Мне надо будет убить хоть одного моба в первом квесте, чтобы мне его засчитали. Так что я рассчитываю на твою поддержку в этом плане. Так у нас кто сейчас не будет... У нас без разницы, кто сейчас будет убивать. Опыт же будет разделиться, если не ошибаюсь. Нет, если в команде квест не играешь, засчитают, так. Если ни одного моба не убьют. Так, ладно, по-моему, мы ему промазали тем временем. О, так всегда... Да, мы промазали, вот сюда вот надо было идти. Надо же, у тебя стамины больше, чем у сорки на 11 уровне. А я нашел, вот сюда, влево. Влево? А, да, вот он влево, уже. Вот сюда. Конечно же. По дороге просто берется эта локация. Задача первого квеста — защитить всех мобов. Дают за него один скиллпоинт, который на дороге не валяется, и, возможность респека, который еще больше на дороге не валяется. Так, Петрович, выруби все звуки в игре, пожалуйста. Минутку. Вот так, я думаю, будет лучше. Да, лучше, причем потому что много. У тебя пошел шум. Так. Ну, я вот. Ну все, одного моба я уже, наверное, убил всяко. Пошли это просто точно. Разбираться. Не очень много опыта мне идет, к сожалению, рядом с тобой. Так. Ну, не спи, круши всех, ломай, убивай, аверсир. А что мне... Ой, амулетик качество нашел. Качество ужас, лаги тоже. Лаги не с моей стороны, качество с моей стороны. За качество, к сожалению, ответить не могу нормально, потому что интернет не очень хорош. А вот лаги это уже Джастин. Надо менять, конечно же. Менять этот ужасный Джастин. А Версир, я нашел тебе катарчик. Он же тебе нужен, наверное, да? Ну, не отрицаю, но вообще говоря, магический. Сейчас я тебе выкину, подожди, даже не идентифицирую меня. Как раз один свиток есть. Подожди, иди ко мне. На. Один свиток к такому уровню. О, боже мой. Катарчик на яд. Своеобразное удовольствие носить такие. Ну, правда, с рейтингом же... атаки. Если я не ошибаюсь, ассасинка же вроде как раз с катарчиками бегает, нет? Да, как раз с катарчиками, как правило, но... Будем говорить так, обычно она использует катарчики, которые дают бонус к скиллам. Или хотя бы к резистам. А. Потому что ну, нам до них жить. Моя ассасинка с руки бить не будет. Ну, нам же пока мы до них доживем, пока с этими побегаем. Еще же не скоро, ведь правильно? Какая разница? Ты видишь, как я сейчас бью с руки, классно. Я не буду качать атаку с руки никоим образом после этого. Ну,
Ну, я вообще ничего не понимаю. Я просто бегаю, друзья, для антуража, для того, чтобы Аверсир рассказал мне что-нибудь интересного, научил меня жить и любить Диабло. Поэтому даже не знаю, даже не знаю. Лучше задавайте вопросы ему в чате. Так, по-моему, он справился в FPS на стриме, как я вижу краем своего глаза. Не, не справился, увы. Так, надо что-то делать. Лагов нет, пишут, значит, лаги действительно связаны не с этим. Качество ужас. Битрейт стрима 414. Если вам что-то об этом говорит, и битрейт больше, я не смогу просто играть. А у тебя сколько интернет? 512 на выход. Я думал, у Петровича самый ужасный интернет, оказывается, нет. Друзья, меня переплюнули. Кто бы мог подумать? Я надеюсь, что в скором времени интернет улучшится, но это скорое время, но с тобой нет, не раньше следующего календарного месяца уж точно. Там сзади остался Паша, сбегай, убей, пожалуйста. Так, бегу. А где он? Ну его поднимала эта тетка. Я сам видел лично. Нет никого. А, вот он, нашел. Здесь есть этот Experience Shrine. Я тебе советую его взять. Да, я его обязательно возьму. Я еще ботиночки нашел какие-то. Давай их идентифицируем, я тебе их отдам. Да ладно, это низкоуровневые шмотки никому не нужны. Вероятнее всего, я вообще с посохом бегать буду. Не с посохом, со скипетром. Или с жевалинами. Как карта лежит. Ладно, пошли домой. Пошли. Но как же не нужны-то? А как же не нужны? Ну так мы же не дотянем до серьезных шмоток, если не будем таскать эти. Или я не прав? Ну, несмотря на то, что это лот, все равно можно не таскать всякий краб, который тебе не нужен. Вот именно, если бы я атаковал с катары сейчас, то мне нужна была бы классная катара. Потому что есть деньги? Есть. Скинь 1000-другую. Сейчас. Погоди. Так, ну, кстати, мышка. Мышка, как к нам зайти? Зайти к нам просто. Заходишь на канал, вот portal.ru, мы там появимся. И все тебе объясним. О, что это? Амулеты на резисты всякие. 1000 денег тоже получше амулетов всяких ненужных. Ты собирай. Так, у меня не хватит силы сейчас поднять посох, к сожалению. Надо будет скачать силу при левелапе. Почему не посох, а скептр? Почему у нас скептр? 6-11 урона без учета бонуса по нежити. Самый большой урон, который можно получить на первых уровнях. Очень просто. Надо же, оказывается, как, а? Ты все высчитал? Давно известный факт. Даже того... Но мне нравится, что у меня до сих пор первый уровень. Очень не нравится. Ну. А! Ну, не... Да, слушай, мышка. Игра VP01, пароль 1101. Точно, мы же не играем в игру, которая может включаться на ходу. Что-то не сообразил. Пошли наверх сразу. Пошли. Все-таки, друзья, согласитесь. Да? Мышка, мы пускаем персонажей с 1 по 11 уровень на текущий момент. Если у тебя выше, ты ее не войдешь. Ага, понятно, все. Не успел Иван Петрович сказать свою речь пламенную. Возьми броньку. Там она не дэмэджнет. Ну как же так? Ну это твой меркантилизм. Ну я люблю всякие вещи. Понимаешь, собирать. Мы выбьем в 100 раз более классную броньку на, и не заметим. Так, с левелапа меня. Сейчас мы будем уже носить посохи, скипетры и как-то поправится наше самочувствие. Малька, у тебя нет перцев, но ты не можешь зайти в нашу игру.